Здравствуйте, меня зовут Женя, и я расскажу вам о детской обучающей игре «Первое чтение». Дети потренируются читать слова, составленные из букв. Подсказкой маленьким читателям послужит картинка, которая получится, если слово составлено правильно. Разные варианты игры отличаются друг от друга только темой и картинками, а правила у них одинаковые. В каждый набор входит по 18 больших и маленьких карточек с изображением птиц, животных или растений. Перед началом первой игры большие карточки нужно аккуратно вынуть из рамок и разделить их на отдельные полоски. Количество полосок равно количеству букв в слове. В инструкции описаны разные правила для одного и для нескольких игроков. Ребенок выбирает любую из маленьких карточек и подбирает из второй стопки нужные полоски. Сразу обратите его внимание на цвет фона. У двух одинаковых карточек, маленькой и большой, фон совпадает. После того, как слово составлено, попросите ребенка прочитать его целиком вслух. Игра продолжается до тех пор, пока не будут собраны все картинки.